Звигинская средняя школа выстроена еще до революции. Вот уже лет 15 не сеет разумное, доброе, светлое. Но даже сейчас она вполне может являться гордостью звигинцев. Ведь значится здание в списке объектов культурного наследия. Еще недавно оно стояло на балансе местной администрации, сияло целыми окнами, завораживало искусной кирпичной кладкой. Однако 5 лет назад у памятника началась совсем другая жизнь. Старое здание МОУ «Звигинская средняя общеобразовательная школа» общей площадью 571 квадратный метр было продано из муниципальной собственности Орловского района при наличии охранного обязательства. Информация о том, кто в настоящее время является собственником объекта, не располагаем. Звигинцы, живущие с памятником по соседству, а владельцы тоже знают немного. Но мы его ни разу не видели. Вот я живу 20 лет на этом месте. Да и хозяйничают здесь, говорят, люди, которые о таком понятии, как культурное наследие, и слыхом не слыхивали. Еще зимой судьбу памятника набело обещали переписать чиновники. В феврале они грозились объект обследовать, а владельцу указать на бесхозяйственность. И, как говорят, слово свое сдержали. Мы действительно выезжали с проверкой в отношении Звигинской средней общеобразовательной школы. Там не все так плохо. Конструктив, стены и межэтажные перекрытия не пострадали. В адрес владельца мы выслали предписание о том, чтобы он устранил недостатки. Но в конце беседы голос на том конце провода дрогнул. Мол, если нет у хозяина стремления содержать хозяйство, то объекту культурного наследия придется несладко. Примерно так же, как и некоторым другим памятникам, отданным в частные руки. За последние 2 месяца в судьбе дома-памятника почти ничего не изменилось, если, конечно, не считать весеннего буйства красок, которые хотя бы как-то скорашивают ситуацию. А вот самому владельцу этого дома спастись, похоже, нечем. Главные новости обращаются с официальным запросом в областную прокуратуру, которая, надеемся, даст ответ, что грозит тому, кто довел памятник до такого состояния.